что такое возможность? Да? Это то, что будет иметь следующий этап. То, что будет расти после того, что ты сделаете. Там, возможность пойти посмотреть телевизор, возможность пойти поесть, возможность пойти с кем-то поговорить и так далее. Это не возможность. Возможность — это то, что дает вам возможность следующего этапа. То есть вы сейчас это сделаете, и как-то реальность вам ответит. Вот это возможность. Вот так-то возможности навалом. Можно лежать на диване, очень удобно, все. Это возможность. Но это не возможность. Возможность — это вы полежали на диване, и от этого что-то дальше у вас открылось. Вот. От лежания на диване все закрывается только.